на Юмор ФМ. Мы подготовили такую историю. Мы перевели припевы ваших известных треков, самых известных, интересно, на английский язык. Сейчас голосом искусственного интеллекта все озвучим. Ваша задача просто понять, о каком треке идет речь. Да. Знаете ли вы свое творчество in English, Иван, okay? Okay, okay. Let's go. Let's go, guys. Итак, внимание. So let's get drunk, though the crowd, even the two. I know for sure, all year it will pass very quickly and see you again at the late table. There's a lot more to come. А, это песня «Давай запоем». Да, да, послушаем. Да, да. Давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень быстро пройдет. Ну что, знаете, как я угадал? Да. Я услышал слово «table» и думаю, где у нас есть слово «стол». А как они перевели? Давай запоем, let's get drunk. Она подумала, давай запоем. Запоем, да, это тоже забавно. Поехали дальше, следующий вариант. On the roof of city houses we hid from prying eyes. I kissed you then for your first time. Так. На крыше городских домов. На крыше городских домов. Мы прятались от вещей. Та самая. Та самая. Ну я письмо-то написал. Первый раз. Кому письмо написал? Собянину? Чтобы песня была с оркестром. Я недавно переслушивал с оркестром версии. Там 4 песни у нас с оркестром вышло. Поэтому, кто сейчас нас слушает, послушайте песни с оркестра. Let's go. Так, ну а мы послушаем еще один вариант на английском. And the clock is 00. My day has come, and that means gathering friends. Don't wait for me to come home today, and the clock is 00. Классно, классно. The clock is 00. На часах 00, конечно. На часах 00. Я старше на год, ты пришел мой день. А значит, надо бы собрать друзей. Ай, хорошо сидим. Карочка, наливай. Чё ждёшь, чё смотришь? Я наливаю. Так, ну ещё, давайте послушаем финальный вариант и будем потихонечку закругляться. Внимание. Hear the whole area that I'm in love with you and only the ringing of the guitar carries the yards, but I'm all alone. The streets are empty and in search of love, where I do not know myself. Слушаем. Куда не знаю сам. Да. Услышит весь район, что я в забот, Антон. Так, ну что, по-моему, круто, парни, вы молодцы, эти аплодисменты для вас, круто. Классно, ура. Сейчас мы на немецком. Es ist Zeit 00. На Юмор ФМ.